Да чего же эта винтовка красивая, да, Ракутаген? Да, Кэп, реально красивая. А если бы она еще попадала, ей бы вообще цены не было. Кинокомпания «Не та кнопка» представляет. В шаге от шедевра. Или почему HCAR требует улучшения. Ну давай, Ракутаген, требуй справедливости. Так и сделаем сейчас. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. Тихо! Отдыхайте, товарищ. И дорогие разработчики, с вами Мортит и Капитан Очевидность. Привет, родные. Красава. Хедшот, детка, you was unda. Да. С почином, братиш, так держать. Стараюсь, практикую, бро. Тебе спасибо за добрые слова. Вот так, деточка, давай. А, этот, видать, в шоке был, что я так попал с нее. Итак, сегодня говорим о винтовке HCAR. Новая штурмовая винтовка, которая была добавлена на ПТС, уникальна тем, что является полуавтоматом. То есть стреляет всего по одному патрону. И по сути, это полуавтоматическая, можно сказать, снайперская даже винтовка, которая находится у штурмовика. Да, на нее можно нацепить тругло и другие прицелы штурмовых винтовок. И, казалось бы, все хорошо, у нее множитель в тело, в руки и в ноги двушка. То есть она наносит 160 урона в тело, руки и ноги. И по идее, как многие, наверное, подумали, это должна быть имба. И так, судя по всему, подумали разработчики и испугались этого. Поэтому они сделали невысокий темп, что лично я одобряю, так и должно быть. Но они допустили одну катастрофическую ошибку. Они сделали у нее очень сильную отдачу и очень неприятный разлет, рандомный разлет пуль при быстрой стрельбе. И именно вот этот разлет ставит крест на всех плюсах и преимуществах данной винтовки. Потому что попадать в голову с нее представляется весьма-весьма затруднительным. И мало того, что тебе надо хорошо прицелиться. Прицелиться-то в принципе можно. Так ведь пули при спаме начинают разлетаться куда попало. Но только не в голову попадают. И это очень и очень большая проблема. Вы скажете, что пили в тело. Так ведь дело в том, что... Ой, красавчик, бро, почти мозголом. Благодарю, но это не мозголом, к сожалению. Можно, но понимаете, в чем дело? Когда дело дойдет до лайв-серверов, там будет берета, там будет фал, там будут пистолет-пулемет инженера мощные, там будут болтовщики, да там будет все что угодно, все это будет убивать вас. И вам ваши множители ничего не дадут. Это все равно, что играть с, не знаю, какой-нибудь ЕБР, например, понимаете? То есть 160 урона, это немного. Это даже не уровень топ-полуавтомата снайпера. Поэтому, дорогие разработчики, вы зря боитесь, что эта пушка будет зверски нагибать. Сделайте ей идеальную, почти в точку отдачу. Ничего от этого не случится. Оставьте такой темп. Можете, ну, чуть-чуть руки-ноги, чуть-чуть порезать. Сделайте идеальную в точку отдачу. И это будет, по сути, второй Энфилд. Это второй Энфилд, ребят. Если бы не вот этот недостаток, это был бы второй Энфилд. Только еще более приятно, еще более кайфово в игре. У нее есть душа. Ну вы посмотрите на это. Она даже в тело на средних может не попадать из-за этого ужасного разлета, из-за этого рандома. То есть, ну, так нельзя делать точное штурмовое оружие. Нельзя, понимаете? Она, по факту, она хуже, чем полуавтоматические снайперские винтовки. Она хуже штурмовых винтовок. Она хуже всего. Ее можно сделать нормальной, легко. Просто блин, убрав всю отдачу. Я посмотрел, как ты с ней нагибаешь. У меня встал. Кэп, у тебя какие-то странные наклонности. Такая, собственно говоря, новая штурмовая винтовка HCAR. Признаюсь, я как-то опечален, потому что я очень большие надежды возлагал на эту винтовку. Я думал, что это будет второй Энфилд, который будет сложнее, чем Энфилд в управлении, потому что всего один выстрел, одна пуля, да, полуавтомат, темп невысокий. Но я думал, что ты будешь стрелять и получать нереальное удовольствие от поставленных тобою мозголомов, от этих точных хедшотов. Я думал, что это будет просто идеальная точность. Я не думал, что будет такой бешеный рандом, что будет такая неудобная отдача. Не бойтесь, разработчики, вообще уберите отдачу. Это будет единственное оружие, у которого вообще нет отдачи. И ничего от этого страшного не случится.
Ее темп и урон даже с множителями, он не позволяет пилить лучше, чем болтовки, лучше, чем колесо, лучше, чем даже Crazy Horse какая-нибудь или AS-50. Это будет просто классная, офигенная винтовка, уровня Энфилда, не выше. То есть она будет очень крутой, но мало кто на самом деле с ней будет играть, только истинные ценители, к которым отношусь и я. А в таком виде, может быть, это для ПВЕ, может быть, на некоторых режимах по фану ПВП и сомнительно против сильных игроков с хорошими штурмовыми винтовками, пистолет-пулеметами и снайперскими винтовками эта пушка не вывезет, ну просто никак. Поэтому ждем улучшения, я очень жду, потому что пушка мне очень понравилась, всем, кроме практического применения. Если видео понравилось вам и вы со мной согласны, то предлагаю вам выполнить ряд несложных и полезных действий. Пишите о том, чтобы ее улучшили. Ставьте лайки, это по желанию. Яйки чешите обязательно, без этого никуда. Тогда, может, и отдачу ей улучшат. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.